Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon с версии 3.0.2. И, ребята, начал я уже тут себе строить подземный бункер. Ну, не, бункер не бункер, но вот. О, уже выросла даже, отлично. Так, да, начал я уже строить себе... Ух ты, что-то глючишь. Вот это сейчас вылезем отсюда. Тут у нас черные будут, тут у нас желтые будут. Сейчас, секундочку, у нас же там вроде есть косточки, да? Да, нормально так, даже штук есть. Понабирал я в данжах и вот в этих всего, как бы. Ладно, идем тогда прокачаем. Ух, какие нахрен прокачаем? Эволюция. Такие нафиг эволюционируем. Вырастим, да, что-то я уже хотя бы вот так. И сколько тут еще? 4 штуки нужно. Вот так, отлично. Все. Черные у нас уже вот тут есть. Сейчас давайте как-то вот так. Отлично. Еще сколько? Еще 3. А, иди сюда. Вот так вот и вот тут. Отлично. Вот так. Ну, уже почти тут растет, пускай будет все это. Сейчас давайте пока что вот это поставим в сундук. Вот это и так. Что у нас тут еще? Это вот тоже можно сюда все поскладывать. Алмаз сюда. Уголь тоже сюда. Так, вот так. Что у нас в бэкпаке? Ладно. Сейчас, ребята, пойдем мы, наверное, мне бы еще лопату сделать. И еще одну кирку, да. Давайте тогда... Сколько там нужно? 3-4. Отлично. 36 алмазов. Нифига себе. Так. Так, вот так. Вот так и вот так. Отлично. Да, покеболов у меня нету. Так, я чё, алмазы не поставил? Чё, они у меня как-то в инвентаре есть? Я же их вроде поставил. Вот сейчас поставил, ладно. Или нет, 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 нет. Нужно мне 3 алмаза сейчас. Нужно, нужно. Сейчас покажу. Зачем? Ну, в принципе, я думаю, все уже догадываются. Я уже сделал более-менее так магазин, уже тут трейдеры стоят. Вот. Один, мистер Боб у нас называется. Вот, тут у нас за алмазы продаются всякие... Все, короче, все виды покеболов. 5 алмазов, 1 мастербол, 1 алмаз, 2 любых других покебола. А как мастербол, это мастербол, да? А другие покеболы, это другие покеболы, да, обычные, которые можно как бы и повыбивать часто с покемонов-боссов, и даже скрафтить можно, да. Итак, в принципе, можно ультра поставить за 2 алмаза. Или нет? Ну, ультрабол также можно скрафтить, как и обычные другие покеболы, но просто ультрабол как бы лучше, да? Ну, лучше как бы покебол, потом грэдбол, и сейчас вот этот. И теперь вот этот. Но крафтить его также можно, как и другие обычные там покеболы, да. Тут у нас трейдер стоит, тут у нас мистер Джон. Тут у нас он продает 1 алмаз, 3 раркенди, 3 алмаза, 1 экспешер. 5 алмазов, 1 здоровый бэкпак,
Три алмаза, один такой маленький бэкпак, но там еще есть верстак. Два алмаза удочка и 5 алмазов супер удочка. И в принципе, я думаю, отлично, ребята, уже можно как бы куда-то девать алмазы, да? Так. Покеболов у меня нету, поэтому давайте мы, наверное, потратим, как бы купим что-то за вот эти 3 алмаза, которые мы выбили из дротини. А купим мы себе 6 ультраболов. Отлично. Уже если кто-то там появится, более-менее, уже можно словить, я так думаю. А кого словить, я пока что еще не представляю. Нет, сначала мы идем еще домой. Домой мы пойдем, так как нужно выложить покемонов в компьютер. Так как Shiny Seeking у нас уже прокачанный. И я думаю, Ampharos'а тоже можно выложить в компьютер. Мне очень нравится вот этот покемон. Он действительно очень сильный и очень классный. Ну, не то что классный, но очень сильный такой, как бы. Очень прикольный такой покемон. Но давайте поставим его в компьютер, так как, в принципе, он уже и прокачанный. И мы ним сейчас в данный момент почти что не пользуемся, так как у нас есть Мьюту, да, уже 83 уровень. Красавец наш. И сейчас, в принципе, нужно кого-то ловить, но я пока что даже еще не знаю, кого мы можем словить. Может, словить каких-то таких покемонов, которых очень-очень легко прокачивать, так как у нас... Сейчас. Так как у нас вообще... Очень много камней эволюции, так как с покемонов боссов их просто нереальное количество выпадает. Иногда даже было, что с одного покемона босса выпало... Выпало 3 мунстона сразу с одного, поэтому... Так, 123 уровень Magikarp. Вот опять. 3 камни эволюции с одного покемона босса, ну да. Так, ребята, пойдем мы куда-то, я думаю, на горы. Главное сейчас не шлепнуться. Так, пойдем и сюда, так как фиг его знает, кого мы сейчас будем ловить, но нужно кого-то словить. Тех покемонов, которых можно эволюционировать с помощью вот этих камней. Как бы Джиглипуфа можно, например, да, с помощью лунного камня. И как раз он водится вот тут, я так думаю, в горах, так как я его видел пару раз. Того же Пикачу можно быстро словить и прокачать его с помощью Тандерстона, так как тоже огромная куча у нас его есть. Так, иди сюда. Вот, отлично. Ух ты, нет. Ни хрена себе у него. Вот, так более-менее. Быстрее. Так, кто тут у нас есть? Пока что никого я не вижу. Так, полетели. На Чаризарде. Кто тут у нас? Пока что никого не вижу. Нет, ты нам пока что это не нужен. Это кто у нас там? Клефейри. Ну, большой уровень, чтобы его словить, наверное, нужно будет все покеболы потратить. Я так думаю. Так, тут у нас кто? Это что вообще за покемон? Ладно, тут у нас кто? Что-то я никого не вижу на горе. А покемонов нужно словить. Давайте пойдем куда-то вот сюда. Ну да, уже спавнятся. Так, кого бы можно тут словить? Кого бы можно словить в равнине? Фиг его знает, если честно. Чё ты глючишь? Так, это мы поставим сюда, это сюда. Пока что пускай Чаризард качается.
Кого бы можно словить? Так, это что за покемон? Ни хрена себе, это что такое? 34 уровень. Меня более интересует, есть ли у него эволюция. Если есть, то это отлично. Так, и можно его словить, если он, конечно, словится. Я вообще, если честно, не знаю, что это за покемон. Давайте попробуем его словить. Ага, хрен. Еще один мастер... еще один ультрабол ловится, ловится. Нет, нет. Потому что не буду я сейчас тратить все ультраболы на одного покемона. О, отлично. Словили мы его. Я не знаю, как это читается, но похоже на какую-то летающую вазу. Кувшин какой-то с двумя вилками, с одним оком и... короче, ладно. Так, и ребята, напишите, есть ли у него вообще какие-нибудь эволюции. Это какой вообще, психический покемон, да? Психический. Поэтому фиг его знает, если у него какие-то эволюции. Если есть, то может на 36 уровне, в принципе, как у всех таких обычных покемонов. Посмотрим. Сейчас мы как раз ему, может, вкачаем уже 2 уровня. А. Так. Нету покемонов-боссов случайно. Где-то вот тут. Нету. Так, идем мы домой. Идем выспимся. Я честно даже не представляю, что это за покемон. У меня 2 варианта, так как психические покемоны почти что нету таких, которые могут эволюционировать с помощью камня эволюции. Значит, он или эволюционирует с уровнем, или просто с трейд-машиной. Фиг его знает, ребята. Кто знает, напишите, пожалуйста, как он вообще эволюционирует. С помощью... вообще, как он эволюционирует, да. Так, сейчас мы еще попытаемся словить Гастли. Если он, конечно, словится. Ну да, по нему попасть никак нереально, так что давайте вот этим попробуем. Что это вообще за покемон? Гипноз. Ну да, гипноз как бы на такого же покемона не действует. А ну, пытаемся его словить. Словим. Отлично, мы словили Гастли. Гастли, ребята. И сейчас вот тут еще был какой-то покемон, которого я хотел словить. А, вот он. 6 уровень, 24 уровень. Ну, это его следующая эволюция, наверное, я так думаю. Хочу я этого покемона. Давайте еще его попытаемся словить. Если словим, будет отлично. Словили. Фиг его знает, вот эти имена. Ледиба. А ну сейчас, как это? Ну, может, что-то скажешь? Нет, что-то не хочет говорить. Шинкс. Вот, можно еще его словить, если, конечно, он словится. Отлично, мы словили Шинкса. Ребята, 4 новых покемона за одну серию. Это уже отлично.
Вот, Гасли, Синкс, Ледиба, не знаю, как правильно читается, но думаю, как-то так. И Сиджи Лав, как-то так. Вот еще, если получится словом Пикачу, 21 уровень, может есть поменьше, 42 уровень, ни хрена себе, 9 уровень, вот. 9 уровень. Пикачу, иди сюда, зараза. Иди сюда, ты... Вот, отлично. А, не словили. Ладно, давайте еще Heavy Ball есть. Да, не словили, не словили, ладно. Зато 4 новых покемона за одну серию словили. За один эпизод 4 новых покемона, это отлично. Если бы ты еще, конечно, попал по нему, вот, отлично. Так, я где-то там видел Пикачу большого уровня. Давайте прокачаем, прокачаем, кого бы можно прокачать. Давайте вот... Вот этого. Сначала кинем в него вот этого, потом сразу Мьюту. Там Пичу. Или нет? Ух ты, сколько уровней. Да, там Пичу, но у меня уже, конечно, покеболов нету. Ребята, ребята, ребята. 4 новых покемона за одну серию, это отлично. Поэтому... Сейчас, ты какой уровень? 32. Тоже сойдет. Давайте Мьюту. Так. Все, ребята, давайте на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем...